Район остановки Парк Победы. Такой грязный, подтаявший снежок. Проспект Столетия Владивостока, улица в сторону Магнитогорской фабрики Зари. Люди на остановке. Депутатская аллея. Это сквер Депутатский. Тут как в зимнем лесу. Снежок, елки, хорошие дорожки, чистые. Там дальше есть площадка для выгула собак. И собаки выгуливают хозяев. Все рады прогулке. Когда-то у меня был пес, прожил 15 лет. Ну, довольный песик, мяч ловит. Тут песики вышли на прогулку. Я как-то видела здесь две лисы, рыжую и черную, тоже выводили на прогулку. Живут они, видно, у кого-то дома, вместо того, чтобы жить в лесу. А вот это мне навстречу идет знакомая. Она меня узнала. Вот, ну как тут спрячешься от людей? Здравствуйте, девушка. А вы куда собрались? Идем по улице Русской. Направление в сторону Багратиона. Здесь аптека. На остановке. Тут машины скопились. Так, аптека. Раньше была 91-я. Сейчас не знаю. Рынок закрыт. Рабочий день закончен. Воскресный. А здесь была сберкасса.
сейчас ветаптека и супермаркет. Товары для животных. Так, а здесь рынок отдыхает до понедельника. Здесь еще один магазин. Товар для дома. Домовит. Посуда. Всевозможные принадлежности. Куры-гриль. Белорусский магазин рядом. Там дальше продают свежую рыбу. А здесь такой маленький рынок. Даже так, если это. Отсюда видно кинотеатр «Нептун». Впереди остановка больница Рыбаков. Идем со стороны остановки Кутузова. Так, что здесь? Медтехника, супермаркет напитков, дальше продукты, дальше ветеринарная аптека и клиника. А тут огромная лужа. Со льдом. Улица Русская, дом 70. И там дальше банк. Авиа и ЖД билеты, касса. Здесь торговля вещами, разными продуктами деревенскими, картофель, мед, огурцы. Вот так дошли до остановки больница Рыбаков. Дальше направление на кольцо Багратиона. Вот
такой уже снег с землей.